Друзья, ростовчане горячие вам не менее, кстати, чем всегда горячий привет, конечно же, передаю вам. Вы же помните, какая у нас сейчас идет неделя, длится неделя? Ну, конечно же, масленичная неделя. И наверняка вы все помните выражение «к теще на блины», да, вот когда зять к теще идет на блины. Именно сегодня этот день, сегодняшний день называется масленица, называется лакомка. Вот зять к теще в этот день идет на блины, а уж она, ваша любимая, ну, надеюсь, что любимая теща, не имеет вам права отказать во всяких вкусностях, ну и блинах в частности. Ну, а если у вас тещи пока что нет, ну, конечно, надеюсь, что пока что, ну, сходите тогда к маме, она уж точно вам не откажет. И приятного вам аппетита! Набирает обороты, и в Ростове становится прохладнее. Вот и завтра согреть нас сумеют разве что тещины блины. Сами посудите, что сегодня ночью, что завтра днем на термометрах больше 3 градусов со знаком плюс не увидим. С пасмурного неба постоянно будет моросить не сильный дождь. Разве что снега, как сегодня, не будет. Атмосферное давление пониженное 751 миллиметр ртутного столба. Ветер усилится до 4,5 метров в секунду. А еще сегодня ночью, кроме продолжения масленицы, новолуние. Кто как пережил это природное явление, обсудим завтра.